В эти минуты в районе Луганского аэропорта продолжается бой между украинскими десантниками. В противостоянии участвуют и львовские, и днепропетровские военные, которые дислоцируются на территории авиаузла. Как нам рассказали представители Министерства обороны Луганской Народной Республики, народных ополченцев на территории аэропорта нет. Столкновения между десантниками начались после того, как днепропетровские военные приняли решение больше не участвовать в карательной операции, которую проводит Киев. Десантники подняли российский флаг и планировали покинуть территорию аэропорта, но сделать им этого не удалось. Соответственно, их львовские, получается, коллеги, так можно выразиться, вот, более там идейно настроены там, за украинскую власть, за киевский режим, решили мы в этом воспрепятствовать. Сейчас идет очень жесткий бой на территории аэропорта, они друг по другу стреляют. Вот. Как будет дальше развиваться события, прогнозировать трудно, потому что у нас с ними непосредственного, скажем, контакта нет. Мы только можем наблюдать со стороны, что там происходит.